Арсений Яценюк вполне может пойти на них, считают его однопартийцы. Ну, впрочем, это дело наверняка не близкое. А вот что обсуждается давно и накануне получило новое подтверждение. Фронтовики рассчитывают на объединение с блоком Петра Порошенко. Условия объединения пока неизвестны. Ну, впрочем, как и то, какую, собственно, пользу может принести БПП слияние с партией, у которой рейтинг около нуля.